Радио Раз. Еще не слышали про нас? И я Барбарис. И я мышь. Будет весело, это будет забавно, это будет прикольно, это будет Раз Радио. Ну, можно такое оставить, я не знаю. Есть Ганжубас, тогда слушай Раз. Это выпуск номер один на радио Раз. Почему нулевой? Черт. А почему ты написал тогда выпуск номер один? Я так и читаю. Что у нас будет сегодня интересненько в нашей программе на радио Раз? Итак, у нас сегодня будет интересный гость. Зовут его зеленый пушистый еж. Он придет и даст нам некоторый обзор своей трудной работы. Мы послушаем несколько потрясающих песен. Послушаем мы немного. Послушаем урок английского языка, потом снова песенки у нас будут, в общем-то, и вот, в принципе, еще пообщаемся с зеленым пушистым ежом. И на этом закончим. Мегафон. Бонусные баллы. Хуйная фраза. Отличный трек есть. Есть у нас отличный трек про саморез. Саморез, забери меня в лес. Восхитительный трек, как бы это история из жизни, нескольких людей. И история записанная, аранжированная, сведенная и принесенная вам саморез на радио Раз. Табурет купил. Ты забыл, что ли? Блин, сигарет купил.
купил? Блин, сигарет курил. Что купил? Саморез купил. Где ты был? Что купил, скотина? Забыл. Да не забыл, я сигарет купил. Ты ходил, простыл. Нет, сигарет купил. Коля, Коля, где ты был? Ты бурет курил. Бонусные баллы. Охуенная фраза.